почему, как это решение было принято? Очень интересный вопрос. Ну, по крайней мере, мы с вами можем указать на несколько факторов. Это вообще чрезвычайно увлекательная тема, и, насколько я понимаю, что в фокусе западных аналитиков и западных спецслужб вообще традиционно, но сейчас особенно, находится процесс принятия решений в Российской Федерации. Вот давайте мы с вами этим чуть-чуть позанимаемся. Значит, ну, что влияет на принятие решений? Естественно, физический и ментальный профиль президента. Если у него есть какие-то проблемы со здоровьем, то эти проблемы и попытки эти проблемы преодолеть, то есть лечение, не могут не повлиять. Правильно? Правильно. Второе. Самоизоляция. Президент фактически перешел в режим самоизоляции с началом пандемии. Уже прошло около 2 лет, и он этого режима по-прежнему придерживается. Режим самоизоляции приводит к сокращению числа источников информации. Причем и до этого все источники и каналы информации пытались модифицировать ту информацию, которая поступает, под мировоззрение лица, принимающего решение. Это, кстати, характерная особенность не только России, это характерная особенность вообще всех стран с персоналистскими режимами. Ну, говорят то, что, как кажется, приятно будет услышать лидеру. А у лидера есть свой стройный взгляд, свое мировоззрение, своя картина того, что представляет себя Украина, да и не только Украина, но и окружающий мир. Ну вот посмотрите, какой еще фактор, о котором я несколько раз говорил, там, сказать, мистико-эзотерический фактор. Я о нем говорил, в том числе для привлечения внимания, он играет роль, но какую роль, это вопрос непростой. Дело не в том, что решение принимается под влиянием участия в каких-то обрядах. Дело в том, что сами эти обряды, участие в них и привлечение, допустим, неких старцев, они играют важную психотерапевтическую роль. Они укрепляют в уже предзаданном решении. То есть ты обращаешься к этим людям, вы понимаете, это, знаете, как хорошая гадалка. Она хорошая в том, что она под вас подстраивается. И она говорит именно то, что вы хотите услышать. Вот именно такую подкрепляющую роль эти обряды играют. Ну вот перед принятием решения о начале специальной военной операции был один обряд, который, как показалось, прошел крайне успешно. А 20 марта, это день, напомню, весеннего равноденствия, был еще один обряд, в котором уже участвовали другие шаманы. Не те, которые участвовали в обряде в конце первой декады февраля. Потому что, видимо, их вдохновение оказалось, их прорицание, их пророчество в данном случае оказалось, мягко говоря, не совсем точным. Еще очень забавное наблюдение. Если число источников информации для вас ограничено, что вы делаете? Я спрашиваю вас, уважаемый зритель, что вы делаете? Вы скажете, ну какое же ограничение? У меня же есть выход к интернету. Ну пусть не к этим чертовым экстремистским социальным сетям, да? Ну есть к каким-то другим. А если вы в интернет не выходите, вот вы им не пользуетесь, то что? То ж, какими источниками вы пользуетесь? О, правильно. Вы начинаете смотреть телевизор. Не к ночи будь помянут. Так вот, телевидение превращается в источник информации о ситуации в стране. И петля обратной связи таким образом замыкается. Телевидение подстраивается благодаря кураторам СМИ под ваше мировоззрение, под вашу картину мира. А вы садитесь и смотрите ток-шоу. Сейчас же кроме политических ток-шоу ничего не показывают. И вы видите подтверждение всему тому, что вы думаете. Блестяще. Это очко. Теперь вы абсолютно уверены в том, что все идет так, как надо, и общество думает так же, как и вы. Единение царя с народом. Когда я сказал несколькими минутами раньше о том, что одно из возможных решений, значит, вот выбор, да, между тем, чтобы отползать, и тем, чтобы, сократив число целей,
пойти по пути эскалации, то что означает сократить число целей? Фактически эта идея уже прозвучала, вы слышали ее, да? Шойгу об этом говорил, сейчас говорят об этом высокопоставленные российские бюрократы, что наша цель – это Донбасс. А то, что мы двигались на Киев и Чернигов, ну, это все было так, попугать. Попугать, значит, разгромить там вооруженные силы Украины. Но я думаю, что цель все-таки, насколько я представляю, выходит за рамки лишь Донбасса. Это безусловно. А это, кстати, было в первоначальной концепции операции. Опять же, те, кто внимательно меня смотрел и слушал, они, может быть, вспомнят, что я об этом говорил еще где-то с октября прошлого года. Что первоначальная концепция предполагала контроль побережья Азовского и Черного морей. И превращение Украины в такой вот эксклав. Да? У нее остается только западный выход, а к морям она выхода не имеет, и все крупные портовые города контролируются Российской Федерацией. А одна еще, вот, видимо, идет сейчас возвращение к этой первоначальной концепции. Побережье Азовского моря большей частью уже контролируется, а когда или если пойдет Мариуполь, то будет контролироваться полностью. Дальше, значит, тогда в повестке стоят Николаев и Одесса. Я не знаю, я не уверен, что кто-то может дать сейчас на этот вопрос окончательный ответ. Хватит ли ресурсов для того, чтобы взять под контроль Николаев и Одессу? Потому что здесь, кроме ресурсов, кстати, ну, ресурсы это само собой, о них скажу дальше, военные в том числе, даже в первую очередь военные, ресурс главное – это время. Я чуть-чуть дальше объясню, почему. И, соответственно, сроки этой операции. Вот есть магия чисел, характерная для, кстати, ну, для советской эпохи она была характерна. Все помнят две сакральные даты. Ну, на самом, да, две или три сакральные даты советского календаря. Это 22 апреля, день рождения Ильича Ленина. Это 1 мая. Ну, или это к съезду КПСС. Вот. Годовщине революции. Вот какая сейчас сакральная дата в Российской Федерации? Она одна у нас, 9 мая. Соответственно, было бы логично предположить из этого сакрального календаря, который крепко вбит в головы, в том числе в наши головы, в головы телезрителей особенно, благодаря усилиям нашей пропагандистской машины, что до 9 мая, а лучше к 1 мая, надо все это закончить. Надо все это закончить. Основную часть, по крайней мере, основную часть специальной военной операции. Какие риски встают на этом пути? Ну, начну с главного риска, собственно, я уже отчасти характеризовал. А на самом деле мы, как страна, или руководство страны, хотите, мы можем разделить, но в данном случае, к сожалению, разделить до, или, к счастью, разделить до конца не удастся. Говорю, к сожалению или к счастью, потому что это зависит уже от вашей позиции, а не от моей. Мы оказались в стратегической ловушке. Стратегическая ловушка, которой в свое время оказался Советский Союз в Афганистане, до этого американцы во Вьетнаме, это стратегическая ловушка, которая описана во всех учебниках. Тебе кажется, что если ты нарастишь еще усилия, еще чуть-чуть, ты добьешься своих целей. Заканчивается это всегда одинаково. Всегда одинаково. Неудачно. Это первый фактор. Второй фактор – это то, что у нас на юге зреют новые театры военных действий. Значит, пожалуйста, Армения – это Карабах. Миротворцы уже отчасти отозваны, потому что ресурсов не хватает. И когда обсуждался вопрос о том, что если отзываются миротворцы, стоящие в Карабахе, в том числе даже они, то что произойдет тогда с Карабахом? Ну, это прозвучал такой ответ. Он очень близок к оригиналу. Но некоторые слова я опущу. А армяне, живущие в России, их много, они что, едут воевать за свой Карабах? Нет? Почему мы должны за него воевать? Я скажу, что в этом заявлении есть определенная логика. Но почему эта логика появляется спустя только 20 лет? А до этого 20 лет позиция была принципиально иной, что Россия хочет иметь первенствующее положение на Большом Южном Кавказе. Она хочет выступать в роли арбитра. Она хочет выступать в роли посредника. Поэтому она должна поддерживать Армению как своего союзника. То есть это отказ на самом деле от стратегического подхода, который был характерен
Российской Федерации на протяжении 20 лет. Второй пункт – это Центральная Азия, где Таджикистан в первую очередь, ну даже сейчас исключительно Таджикистан, по крайней мере половина личного состава 201-й базы, это 201-я дивизия бывшая, сейчас называется 201-я база, и практически вся танковая часть этой дивизии, они направляются в зону специальной военной операции. Талибы сейчас сосредотачиваются в провинции Бадахшан. Они ждут, когда перевалы станут готовы для того, чтобы можно было вторгнуться в Горно-Бадахшанскую там, автономную область. Дальше всплывает в памяти знаменитая концепция домино. Помните, она характерна была для американского стратегического мышления там, 70-х годов, когда описывали, что вот Советы вторгаются там, в Азию, в Латинскую Америку, и дальше костяшки домино начинают падать. Сейчас впору нам эту концепцию домино рассматривать как рабочую. Я не хочу сказать, что сразу произойдет там, даже падение Таджикистана. Нет, безусловно, нет. Но это открытие второго фронта. Открытие второго фронта. Если Карабахский фронт, в его открытии заинтересована Турция, безусловно, заинтересована, мы это прекрасно понимаем, потому что Азербайджан, он выступает в данном случае согласие Турции. А дело в том, что мы особо-то как раз против Турции выступать сейчас не можем, вы же понимаете, по очень простой причине. Что Турция – одна из немногих стран, которая демонстрирует дружественное отношение к Российской Федерации. Теперь, что касается второго фронта в Центральной Азии. Я вообще не любитель конспирологии, вы знаете. Я говорю иногда о сюжетах, которые выглядят конспирологически, но только в тех случаях, если я убежден в их абсолютной аутентичности. Но в том, что будет происходить в Центральной Азии в целом, вот в этом нет никаких сомнений. Это стараются, как раньше их называли, наши партнеры из НАТО. Это абсолютно точно. Ну а сейчас это партнеры из недружественных стран. И концепция эта была запущена в работу как раз тогда, когда они покидали Афганистан. Именно тогда. Вот когда вырабатывался план ухода из Афганистана, эта концепция была запущена в работу.